общества сотрудничное и у нас имеется информация вместе с подтверждением того, что общество сотрудничное Сабрина Групп обращались и в устном порядке, о чем свидетельствует видео, и в письменном порядке обращались в ОРЦТ, и в газеты обращались с объявлением, с обращением к ОРЦТ в отношении того, чтобы они забрали свое имущество, которое находилось сначала в пределах помещения, но теперь находится возле помещения. Но такие обращения были полностью проигнорированы. И да, мы подтверждаем то, что Рина Групп готова констатировать полностью вывоз этого товара.